Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим полновстраиваемую вытяжку польского бренда C-Arka, модель Alpha 60 Black. Вытяжка смотрится очень интересно, интересный подход к дизайну. Лицевая панель вытяжки выполнена из стекла, спереди расположены два светодиодных модуля мощностью по 2,1 Вт каждый. Общая мощность света 4,2 Вт получается, это очень экономично. Светят они очень ярко, как видим. Давайте рассмотрим для начала пока габаритные размеры. По лицевой части вытяжка у нас будет идти 550 мм и в глубину 310 мм. Монтажная ширина вытяжки у нас будет идти 518 мм, глубина 168 мм. И к ящику вытяжка у нас будет идти на 275 мм. Сразу обратите внимание, видно, у нас выход 150 и диаметр идет, есть обратный клапан. Вытяжка оснащена лепестком. Также мы сразу, пока вытяжка перевернута, можем наблюдать монтажные отверстия. Их раз, два, три, четыре. Также можно вытяжку монтировать и через боковые отверстия по краям вытяжки. В вытяжке стоит мотор. Энергоэффективной производительностью 720 метров кубических в час. Давайте его послушаем, как он работает. Первая скорость. Вытяжка работает очень тихо. Чувствуется, есть тяга. Вторая скорость. Вытяжка также тихо работает. Тяга увеличилась. И третья скорость. Вытяжка выдает все максимальные 720 метров кубических в час. Тяга значительно увеличилась. Даже очень хорошо тянет. Вот. Очень классно, опять же, расположен свет. Позволяет осветить вам всю рабочую зону. Обратите внимание еще под черный дизайн, как сделан жироулавливающий фильтр. Черная рамка жироулавливателя плюс металлосотовый фильтр сам окрашен в черный цвет. Фильтр необычный. Очень интересный. Давайте посмотрим его габаритные размеры. Ширина у нас будет идти 470 мм и высота 190 мм. Фильтр не маленький, обеспечивает большой захват. Также мы видим сразу расположен у нас двигатель. Есть возможность установки на него угольных фильтров. Вытяжка сможет работать в режиме рециркуляции. И когда вы извлекли жироулавливатель, также удобно подобраться к монтажным отверстиям. Светодиодные блоки менять вы, модули менять будете не скоро и хватит на очень долго. Разводка, изоляция проводов, все выполнено качественно и надежно защищено. Что в общем и целом хочется сказать про данную модель вытяжки C-Arka польского завода. Alpha 60 Black. Хороший тихий мотор 720 метров кубических в час. Хорошее освещение, экономичное, расположено спереди. И с хорошим захватом рабочей зоны освещения. Тремя скоростями, механическим кнопочным управлением, станут хорошими помощниками на вашей кухне. Пользуйтесь вытяжками бренда C-Arka.